общем, приснилось сейчас 6:00 утра. Приснилась моя бывшая девушка. Там попытка была этого дьявола там, я имею в виду в абстрактном смысле, просто вот он дьявол там с пространства там, ну, вверху или с космоса там, или с неба, или под землей там, ну, как там описывается. В общем, дьявол меня давит, там, провоцирует, ну, издевается надо мной, что он берет мне и девушку мою бывшую во сне, показывает, типа, он меня как бы не то что троллит, это даже как-то мягко сказано, издевается просто. Типа что, ну как бы, не знаю, как сказать, что, типа, вот, типа, мне не снится дьявол, мне снится девушка, но это так выглядит, как будто дьявол искушает меня, чтобы меня отправить на крышу девятиэтажки, чтобы я Роскомнадзорнулся. Потому что я полностью уничтожен тем, что она меня, ну, и вот он еще меня проводит тем, что она меня бросила, но еще то, что он упирал. Это я сейчас абстрактно выдумал дьявола, потому что я не могу обвинить девушку, потому что это, ну, потому что все создано дьяволом, чтобы я возненавидел ее и начал войну против нее до последнего, то есть полную отчаянную, то есть полную святую войну до последнего. То есть там ты не представляешь, какой пиздец может начаться. То есть он провоцирует меня, он во сне мне ее показывает. Я просыпаюсь с чувством, что я полностью брошенный, мне очень плохо и разбитый. И он пытается так, чтобы я поддался искушению, обвинил ее и перед тем, как Роскомнадзорнуться, чтобы я сделал там много всего, направленного на то, чтобы возмездие. А там ты не представляешь, там полный пиздец. Там много всего есть для возмездия. Но дело в том, что там это просто не описать всего. Там можно такое устроить пиздец. А затем
даже не нападая, допустим, на нее, а затем Роскомнадзорнуться и обвинить будет некого. Хотя они могут судебный иск против моей мамы подать, потому что, я психически инвалид, там, больной, хотя инвалидности у меня не дадут никогда, потому что они жадные. Психиатр там государственный. Короче, там суть в том, что суть сейчас скажу в том, что на самом деле я ничего не сделал, чтобы заслужить такого. Я вообще ни разу там, я не знаю, просто видишь, оправдания, они бессмысленные. Ты можешь только, ты, блин, это просто невозможно объяснить. Там с тобой настолько жестоко поступают. И ты не можешь, и все это, ты не можешь ничего. Ты и тебя еще виноватым делают во всем. И ты не можешь ничего в ответ не сказать. Но при этом я свое сердце пытаюсь, ну, держу в чистоте от того, чтобы я наоборот вспоминаю только хорошее о ней. Я только хорошее вспоминаю, там, ну, доброе только вот. Ну, а вот дьявол, например, он хочет сказать, ты типа, ну, про меня, что ты идиот, ты посмотри, как тебя там чуть не прирезали, ты тебя там чуть не, там с тобой вообще пиздец, как обращались, и еще и бросили, еще и с таким, там он, сейчас он делал такой упор, типа, раскрой глаза, себя бросили, хотя она могла бы сказать, ну, сейчас начнется вот это вот, я не хочу дальше говорить. То есть меня даже бросили, он пытался меня вот сейчас, что типа, тебя бросили, там, ну, бросила она с особой жестокостью, несправедливой, ну, выждав специально там, ну, с такой вот максимальной вот жестокостью, чтобы больше всего страданий принести. Блин, я не могу словами объяснить, насколько это все. И вот он меня провоцирует, чтобы я Роскомнадзорнулся. А знаешь, а вот то, что я считаю, говорил, ну, считал, считаю, что это я виноват, там просто, ну, неважно, как там, что ужасно там, что бросили на это. Да даже хоть там ножом пырнули, хоть это я виноват там. Это чтобы остаться человеком, потому что если осознать, то даже не поддается никаким описаниям. Тот пиздец, жестокость, с которой меня бросили, то это. Можно просто стать каким-то маньяком. Просто поддаться этому дьяволу. Там просто такой пиздец, что если вот зло вот это вот посчитать, что со мной поступили очень жестоко, и еще и
обвинили во всем и все такое, проехались катком, но при этом сказали, это он по нам проехался катком, это он по мне проехался катком, это я, а на самом деле по мне проехались катком с тремя колесами там. Каток по мне едет бесконечными колесами. И меня, и окружающим людям, тот, кто едет по мне катком, она говорит, она убеждена, ей вообще похуй, она говорит, я так, и 10-часовая лекция, 100-часовая лекция, 1-000-часовая лекция, бесконечно, где она говорит, какой я, что я по ней катком ездил, там вообще там прессом давил, а меня давит прессом по-настоящему, на самом деле, а всему миру, всей вселенной, она говорит, что это я, что я вообще там, что все полностью наоборот, хотя все наоборот, и весь мир верит только ей, а меня, по мне еще там другие едут катком, издеваются там, и говорят, я не хочу так думать, я просто вот вспоминаю мне только хорошее на самом деле, вот если честно сейчас, без сарказма, но я на самом деле, наверное, даже не знаю, что такое вообще нормальное. Нормальные отношения. Я не знаю, короче. И не знаю, как сказать. Мне пиздец, короче, там. Я просто. Там просто такой пиздец, что. Роскомнадзор, это просто цветочки. Для меня, в моем случае, кажется. Пытался этот дьявол мне, которого не видел я никогда, сказать, что вот посмотри, она проехалась катком по тебе там, типа, и все, радуется жизни, а ты уничтожен. И еще там кое-какие, что он приподнял, как бы сказать, занавесу этого гигантского железного купола, чтобы я начал там что-то в сердце своем осуждать ее, там еще что-то такое. Ну, я не поддамся. Просто там это ни в каком черном зеркале невозможно этот пиздец описать. Только знаешь, вот серия, где мужика посадили в тюрьму, его сознание, короче, он не может туда выбраться, потому что он, сознание у него, его сознание посадили в тюрьму на там 400 тысяч миллионов лет, там, вот реально, где включили музыку и бесконечно в запертом пространстве там он мучается, и он не может не спать, ничего вообще, и выйти за пределы.
а его сознание может жить бесконечно, то есть, а им это раз плюнуть просто, а? И вот это вот то же самое, блядь, со мной то же самое, только я, в отличие от этого мужика, я не совершал ничего. То есть, я наоборот ей любви постоянно говорил, я тебя люблю, я постоянно, я цветы даже подарил там из Железногорска в Москву цветы ей подарил через одну знакомую. Но даже она сказала, что ты слишком перед ней там что-то стелишься, ну типа слишком уж перед ней там, типа что они любят там грубых таких зверей там. Ты слишком, типа, паришься, они там... Типа, она меня тоже начала там говорить, что я убогий, там... Ты там разочаровалась во мне. Ну, что не мужик там. Ну, типа, что ты цветы там даришь на расстоянии, там, слишком сильно паришься. А нормальным мужиком, типа, раз там... Поебался и пошел дальше, довольный, там и следующий нашел, блядь. А я не из таких, блядь. Там это... Дело в том, что все эти впечатления, что я там сделал, они просто полностью уничтожаются, просто катком проезжают. Танком проезжают. Не танк этот, ладно, катком. Приезжает, потому что вообще им похуй всем, всему миру, этому всей вселенной вообще похуй на то, что ты, она вселенная, то, что ты добрый человек этой вселенной, просто она просто делает из человека вообще бездушного зверя. Она вот хочет показать тебе, что то, что ты сохраняешь в сердце тепло, там, доброе отношение. Это типа ты никто вообще, ничто. И что нужно стать там, типа, зверем вообще. Короче, мне это невозможно, мне без этих антидепрессантов, мне пиздец. Может быть, этот Роскомнадзор, это для меня легче, лучше будет, чем просто там так проехать, едет катком бесконечным, многоножка из катка. Весь мир. Просто ты никто для этого. Они уничтожают тебя и... Что ты просто... Они еще говорят, ты жалкий. Они типа делают так, чтобы ты стал озлобленным каким-то маньяком, там, зверем. Я не знаю. Потому что настолько пиздец. Настолько жестокость там. Просто что ты просто в недоумении, мягко говоря. Я еще после этого, вот я помню, я подумал, а что если... Ну, я просто как бы скажу сейчас абстрактно, вот, как он, демон этот, который меня через сон показывает, на девушку, и какой пиздец там я пережил, он, я вот когда смотрел True Crime Story, там был один из Египта приехал, в США мужик там лет
40, не знаю сколько, 50, короче, блядь, усатый, блядь, с такой рожей, охуевший деспот, деспотичный. И он там, короче, ему выдали за... Он женился там на какой-то америкоске, которой было там... Пиздец. Ей было лет... Ну, я ему... Надо будет скинуть это. То есть, нет. Ну, короче, ей было лет слишком маловато, блядь. Если честно. Но он, типа, женился, и властям США похуй почему-то было, что ей маловато, блядь. И он, короче, так ее деспотировал там. А потом он ее убил из-за... Просто так, блядь, потому что... Она недостаточно слушалась его, потому что, типа, у него такие понятия, ну, с рождения. И вообще, и вообще похуй всем было. И к чему я это сейчас? Это я к тому, что он там поубивал не только ее, а еще там вообще женщин, девушек поубивал. Я везде там ставил лайки тем, кто писал, какой же это пиздец, как же это надо было, блядь. Вот это ж как надо было, блядь, вот такого мужика, блядь, с такой рожей охуевшей. Он там спозировал, себя снимал, блядь. Какой он мужик, блядь, какой он, ну, там такими злобными глазами смотрел. Это просто вообще пиздец. Как можно было, блядь, из цивилизованной американки, блядь, выйти, выдать, блядь, свою дочь, за которой маловато, блядь, лет было там. За такого, блядь, усатый, блядь, с такими злобными глазами, который с пистолетом, блядь, позировал. Селфи делал, блядь, с пистолетом, где он. Сучка, это типа... Типа там это... Убийство чести, он типа там они писали в комментариях. Это типа у них там норма. Ну, блядь, я везде поддерживал ее, типа, это пиздец, блядь, нельзя так женщинам гнетать. Так вот, блядь, и тут вот у меня вот этот демон впервые, вот этот сон показал девушке, что она просто убила меня. И еще и после того, как меня убила, еще и катком по мне едет. А что если... А что если не осуждать этого чела, который совершил убийство чести и полностью прессовал и где вообще там женщины не считают вообще за людей? А что если... Они правы. Вот такое вот сомнение возникло из этого дьявола. Потому что... Но это на самом деле достаточно бесчеловечно так думать. Я не могу так думать. Что там такой пиздец. Ты, блядь, я не позировал с пистолетом, у меня нет, ну, нет, не позировал с пистолетом, ну, блядь, я полностью отличаюсь от этого мужика, который в этом True Crime истории совершил убийство чести, и женщин там вообще не то, что за скот, они вообще их... Вообще их непонятно за кого держат. И он еще к тому же там... Это вообще полный пиздец. И я сочувствую этим женщинам, потому что я человек. Но то, как со мной, блядь,
поступили, это просто... Это, блядь, полный пиздец. Что? Что, блядь? Если бы я поддался вот этому, что вот со мной плохо поступили, если бы я был не Львом Николаевичем Мышкиным, я имею в виду не, ну, имею в виду, типа, как, что там к нему, от него ноги обтирали, и еще его обвиняли, а, там это. А он в итоге ничего не сделал, только добрым всех считал, и еще и, короче, а его долбоевым считали все эти уроды. И вот, что если я не такой буду, а изменится это все, я, то я тогда подумаю в сердце своем, а что если вот этот ужасный из True Crime истории, которого я полностью возненавидел в сердце своем и жертв его, девушек, которых он контролировал жестко и все такое. А что если он... А что если, блядь, он прав, но я просто опасаюсь, что такое, что из-за вот этой вот сны про мою девушку, когда мне снится, я страдаю, что они меня могут, я просто опасаюсь, что меня могут на эту мысль направить. Потому что это было бы очень плохо для меня вообще, для всего вообще, потому что это зло какое-то запустить в свое сердце. Лучше уж наивным быть, с наивным сердцем, типа, прожить, чем... И, может быть, надеяться попасть в рай, чем... Там такой был пиздец. Такая... несправедливость, чем вот с наивным сердцем прожить, да, чем жить, чем осознать весь этот пиздец и понять, что на самом деле меня никто не любил, меня, что это просто полное издевательство было надо мной. И что в данном случае я жертва и все такое вот, да. И это типа, на самом деле, это совсем не... Я не хочу так думать вообще. Но вот просто я боюсь, что вдруг так меня догонает. Я не могу. Просто устал. Сейчас еще таблеток приму и пытаюсь уснуть дальше. Там на работу надо идти утром. Просто хочу это. Я хочу просто это все плохое предотвратить.
чтобы оно не проникло в сердце там.